Здравствуйте, меня зовут Ирина Тюнина, и со мной рядом стоят добрые молодцы и красная девица с нового Узманского многопрофильного техникума. И мы вас будем знакомить с русскими народными танцами, играми и хороводами. Сейчас мы поиграем в веселую игру, которая называется «Посылка». Для этого ведущего мы ставим в центр. Вокруг него все встаем плотным кругом. Встаем настолько плотно, чтобы он не видел руки, которые у всех находятся сзади. Ручки у всех находятся сзади. Как это всех увижу? Так. Посылкой может... Ребятишки, а там весь звук записывается. Так, ребят, тише. Посылкой может быть абсолютно любая вещь. Сейчас мы возьмем ленточку. Когда я положу ленточку кому-нибудь... Игра начинается. Я скажу слова. Посылка пошла. Задача ведущего за три раза угадать, где же идет посылка. Посылка пошла. Угадывать у кого? Так, угадал, отлично. Так, хорошо. Ксюша встает в серединку. Так, готовы? Посылка пошла. Посылка может идти в люк. Я сразу угадал? А что ты держал, угадал? Так. По кругу я же. Я же даю посылку так, чтобы ведущий как бы не... Кто подглядывает, кто подглядывает. Посылка пошла. Вот так. Раз. Попытка. Так. Алиса. Так. Третья попытка. Подвинул. Да. Не угадал. Так, у кого посылка? Её. Так, все, не угадал. Три так, попытки, да, три, три попытки, да, уже не угадал. Так, кто у нас был последний? Меняйтесь местами. Я с ним буду. Так, давай. Быстро. Так, готовы? Посылка пошла. Передаем посылку. А я ее уже передала. Нет. Давай третий раз. Точно.